Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Давай посмотрим. Ежедневные задания. Так, нанесите 300 единиц урона героям, уничтожьте 5 растений и разыграйте 2 зомби из надгробий. Ну что же, 2 зомби из надгробий. Для этого у нас хорошо подойдет, в принципе, бесенок. У него же 2 зомби, да? Ну, почему там не только 2 зомби, вообще у него зомби из надгробий. А вот 300 единиц урона, это даже если по 20, это уже 10 боев надо выиграть. О, щит. Дофига. Придется бомбить. Ну, ладно. Надо же, нашли. Твою налево, блин, ну почему это вспышка на солнце-то, а? Ну давай попробуем. Что-то какая-то странная колода, если честно. Странная очень. Сейчас заодно посмотрим. Либо терновый куст. Угу. Значит, у него нету солнечного удара, да? Это меня уже радует, если честно. Давай поставим сюда. Ну и чего? Вспышка думает. Банан. Давай-ка я так сделаю. Ага, уничтожи. Ну ладно. Допустим. Два бесенка. Ну это хорошо. Это прям вообще замечательно. Сейчас посмотрим, так, что он тут делает. 5 банан свой. Блин, немножко не туда встали, ну ладно. Так, а дальше что, в надгробии прячем, да, их всех? Ну, давай посмотрим. Какие его будут дальнейшие действия? Так, гриб. Ну, гриб. Даже так. Окей. Ну, понятно, сейчас сработанное на броне. Даже если он сюда ударит или куда, сюда он будет бомбить. Грибы. Это очень интересно. Давай я поставлю вот так вот. Давай я поставлю вот так. Ага. Поехали.
Допустим. Так, ну а дальше что нам? Сделаем нам вот так вот. Ну, две банановые бомбочки у него есть, да? По-моему. Пирата может уничтожить. Мы сможем прикрыться, если что, через заклинание, через летучих мышей. Это, кстати, Санфловер, он мне часто попадался. Вот что я вспомнил. Нет, парень, это тебе не поможет, и тебе тоже не поможет. Погнали. Угу. Давай посмотрим так. Молодец. Что еще там у тебя есть? Ну давай, соображай быстрее, ё-моё. Так, уничтожает. Хорошо. Что там у тебя еще? И это все? Ну тогда извиняй. Поехали. Бамс и до свидания. Вот и все. Вспышка на солнце повержена. Так, мы разыграли двух зомби, да, из надгробий? Разыграли, то есть награды мы забираем. Так и так, аж целых два задания выполнили. Так, а нам нужно что там сделать последнее-то? 300 единиц урона героям. То есть не имеет значения, кем ты будешь играть, да? Главное нанести. Ну давай еще разочек сыграем. За нашего бесенка. Ох, орех в доспехах. Я посмотрю здесь у нас, да? Блин, нафиг я его-то оставил, ё-моё. Он-то здесь как бы и не нужен был, по идее-то. Так, пиратик нам достался. Ну и что дальше? Могила еда потратила, это самое главное, ребят. Так, если что, у нас есть бочка. Ну не похоже, чтобы он работал на хилах.
проверим. Так, ну этот кактус здесь нафиг не вперся. Поехали. Так. Ну, естественно, поставить защиту. А, не. Так вот, да? Хорошо. Ну, давай вот этого, например, выкинем отсюда. Замечательно. Поехали. Ну, он на хилах, наверное, хочет. Я так понимаю, отработать, да? Так, кактусеночек. Бомбочка. Ну, поехали. Так, ну что у него там сейчас? Я не знаю. Защита, родник, что ты там включишь? Вот так вот, да, значит? Так. Сейчас еще, друзья мои, надо будет один такого одного пирата запустить. Ну нафига ты подарки-то раздаешь? Ну ёпрасоте. Неуязвим, да? Неуязвимость врубает. Да в плане-то я не могу понять, почему. Допустим. Так, интересно, интересно. Интересно. Так.
Так, ну что, этого замораживаем, да, наверное, чудило-то? Поехали. Ну что там, хил врубит. Максимум у него родник остался. А, перемещает. Та-та-ри-та-там. Че, наверное, воздержусь пока. Уничтожает всех зомби на земле. Знаешь, в чем проблема? Что он сейчас ходить-то все равно не будет. Вот так-то. Но восстановил здоровье, что еще там сделаешь? Эх ты, жук ты навозный, а. Но я надеюсь, что защита сработает. Маловероятно, конечно, но... Да. Я не удивлен, друзья мои, если он это вытянул сейчас только что, эту карту. Потому что так удачненько прямо ему выпало это. Слов нету. Ну что, пойдем еще тогда устроим переполох. Ну давай ты быстрее, господи, ну. Сколько можно соперника-то искать, твою налево? Нашли. Так, ребят, нам предстоит подраться с зеленой тенью. Давай, наверное, так оставим пока. Хотя вот этого пирата я бы убрал. Ну, ты знаешь, как обычно бывает? Ты его убираешь, а потом фиг он тебе достается. Поехали. Попробуем так. Мы можем применить силу, конечно, сюда, если понадобится. Бобы добавляет. Ну, а если я сделаю вот так? Он уже понял, да, что на пиратах, значит, здесь... Ну, заморозка-то это ничего страшного. Эти-то все равно будут прокачиваться, как ни крути. Hello. Что еще придумаешь? Даже вот так вот. Погнали. Так, ну и крышка ему, ребят. Все. Быстро. Здесь быстро, конечно, запинали. Блин,
Блин, 72 урона только лишь. 72 из 300, ребят. 72 из 300. Давай еще партийку за бесенка, а потом кого-нибудь другого возьмем. Может быть, за меха. Можно за разгрома, конечно, попробовать, но сложно за него. Нет, на Гаргантюа играть хорошо, но слишком поздняя игра. Слишком поздняя игра. И если вот такие вот достанутся, как Ночной Колпак или Бонг Чой, то все, пиши пропало. Здесь тоже, ребят, не очень хорошо. Зубостизила собственной персоны. Хм. Не знаю, на чем. На хилах, наверное, скорее всего. Сейчас посмотрим. На ландшафтах, что ли? На ландшафтах, по ходу дела, да? Блин, а у меня, по-моему, убесил... Нет, есть? Чё он там? Да, на ландшафтах. Ну его-то он не уничтожит же. У него могилоедов нету. Сейчас кого-то захомячит. Или минус один-один по земле. О, вытягивает две карты. Даже так. Ну давай попробуем так сделать. Даже так. Окей. Ну, сейчас тебе хана будет. Да радуешься, хмырь. Ох, да радуешься. Единственная проблема, знаешь, в чем? Не-не-не, это тебе не поможет. Ну, поехали. Так, дальше-то что делаем? 5 и 1, да? Ну давай посмотрим так. Да, я знаю, когда зубостизилу играешь, как же ты ненавидишь эти надгробия. Ой, кого он взял? Ну, все, нахапал карт. Че, замораживаем тогда этого хламона, получается, да? Как бы другого варианта нет у нас. Он все равно пропишет. Три урона. Пока ничего больше делать не будем. Тань-тань-тара танцует. Ну и мы тоже танцуем. О, как. Нет, парень, это не поможет. Такс, замораживаем этого.
прокачиваемся оба. Блин, сейчас у него блок сработает. Перебережем пока. Тайц, тарита, тайц, тарита, тайц. Угу. Так. Не надоело тебе там еще увеличивать-то это все? А, пацан? Да я даже увеличивать ничего не буду. Поехали. Угу. Сейчас блок сработает. И вот тут как раз может быть один-один на земле. Ну, допустим. Понятно, короче, сдался. Его фокус не сработал, да? На выстрелах и тому подобное. Так, ну что, я хотел за кого-нибудь другого. Ну, например, за... за меха. Не, давай вначале за разгрома попробуем. А потом за замеха. Из-за того, наверное, встряну я, мне так кажется. Ну, давай посмотрим. А вот, может быть, все и получится. Да, бета-каротин. Он прям так и назвался, бета-каротин. Типа он только на ней играет, что ли, на бета-каротине? Ой, ё-моё, что же тут понавыпадало-то мне? Ну, он только на ландшафте, насколько я помню, да? Или нет? Рикошет ландшафта и всех на нем. Тоже пропускает ход, да? Ну, пускай уничтожает, мне не жалко. Этого чудика мне не жалко. По земле. Если я так сделаю. Уничтожает. Так, хорошо. Так, блин, я валун не могу применить. Давай проверим. О, как. Вот ты, значит, как, да? Понял. Откуда? А, ну да.
Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Так, что мы сделать можем? Мы сделаем вот так. Ну и хорош пока. Угу. Смотри, прикрывается со всех щелей. Так, ну это нафиг уничтожаем. Тут не нужен нам. И даром. Но нам все равно крышка, ребят. Нет? Нет, не крышка. Так, орех. Погнали. Хилочку врубил, да? Все? Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Погнали. Твою налево, блин, защита срабатывает, а? Такс. Интересно. Так, бомба. Что еще? Что помимо бомбы ты еще там придумал? Так, допустим. Куда ты его смещаешь? А, так вот. Поехали. Все, все, ребята. Разгромчик просто красавчик. Все у него получилось. Несмотря на то, что Каротиныч был агрессивно настроен против нас. Очень агрессивно. Но получил по шеям. Так что, ребятушки, подожди-ка. А, ну это то задание, да? Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.